Муси, давай в автономку. Куда Муси в автономку? Ага. Муси дети. Если я уйду в автономку, что дома будет? Да, это точно. Мы мужики. Вам можно в автономку. А женщина не может себе такого позволить. Представляете, вот... Жена ушла в автономку. Разозлилась. Но это будет первый и последний раз. Да? Разозлилась такая, ну все, я в автономку, а вы тут как хотите. Но сколько таких случаев было, вот уже... Сколько таких много. Случаев? Сколько? Чтобы женщина ушла в автономку? Да. Да? А ты не знаешь, что ли? Я про кого говорю сейчас? Нет, про кого ты говоришь? Ну, ты знаешь этого человека очень хорошо. Женщину? Нет, не женщину, я ее тоже не знаю. Но мужчину мы знаем вместе, оба. Ну ладно, не будем называть явки и фамилии. И у него жена в автономку? Да, до сих пор ищет. Угу. Ой. Чего, ой? Ну включай воображение. Про кого ты? Ну? Хорошо знаю прям. Прям очень. Задумалась, да? Угу. Вот все-таки, да, женская это, ну, интуиция, да, ощущение. Ну, что не так? Ну, я бы даже не вспомнила. Ну, это да, но это... Ну, это так называется. Ну, так это вообще насколько единичный случай. Ну, я просто знаю такие случаи. Есть, но это очень редко, согласись. Хрен знает. История знает такие случаи.